Посмотрите на этого сияющего от счастья парня. Симон Фуркад наконец-то на подиуме чемпионата мира. Как же долго он этого ждал. Невыносимо долго. А ведь он из разряда спортсменов, которые стремительно адаптировались во взрослом биатлоне. Но только задумайтесь, ни одной победы на этапах при 8 подиумах. И первая медаль на чемпионате мира при 12 финишах в десятке. Привет. Ощущения сейчас потрясающие. Это моя первая медаль на чемпионатах мира. Как вы правильно заметили ранее в своем классном сюжете, 12 раз я был в десятке. И вот первый подиум. Обязательно отметим это событие с моей командой и моим братом. Если кто-то еще хочет отметить мой успех в мире, я не возражаю. Что это было? Невезение? Злой рок? А тут еще и брат, который младше аж на 4 года выигрывает все, за что берется. Мы тут жалуемся, что наши ребята долго раскрываются. Но вот, например, Антон Шипулин первую победу на этапах одержал в 23 года. И теперь у него есть медаль с первенства планеты. Евгений Устюков в 24 выиграл этап, до кучи Олимпиаду, а в 25 привез награду из Ханты-Мансийска. Симону сейчас 27. Свой первый Рубикон, безмедальные чемпионаты мира он перешел. Осталось добраться до золота хотя бы на этапах Кубка мира. Хотя в индивидуальной гонке в Рупольдинге он был близок к победе как никогда. И смотрите, как символично. Мега невезучего Фуркада на каких-то 7 секунд опередил мега счастливчик Яков Фак, который словно палка стреляет раз в год, но именно там, где это требуется. Конечно, я немного разочарован. Золота у меня больше не стало. Но, может быть, меня еще ждет приятный сюрприз в виде малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок. До этого я был четвертым. Сегодня я занял второе место. Мартена в призах нет, Свенсена вроде бы тоже. Я его очки точно не считал. Но вроде бы меня ждет приятный сюрприз, когда я посчитаю. В этом случае я не очень расстроюсь, что опять остался без золота.